Пророк, это Гулт. Ты слышишь меня? Прием. Пророк, послушай меня. Я не знаю, слышишь ли ты, но они идут за тобой. Тебе надо найти тех морпехов. Пророк, послушай, безопасники ищут тебя по всему району. Передаю тебе свои координаты. Ты должен добраться сюда. Маскировка отключена.
цели отсутствуют. Сектор чист. Маскировка отключена. Слушай, Пророк, я снаружи у центра эвакуации. Тебе надо идти сюда. Не знаю, сколько смогу продержаться. Вчера. Стреляем во все, что шевелится. Кобальт 3 и 6. Проверьте тенты. 2 и 4. Прочесать берег. Мы займемся замком. Принято. Выдвигаемся. Кобальт 7. Это контроль. Как слышно прием? Кобальт 7. Ответь.
Маскировка отключена.
взял его. Где он? Пророк, здесь кишат бойцы СЭЛ. Мне нужно сваливать. Встретимся в лаборатории. Не тормози. Вы будете помещены в подземный блок для следующей терапии. Много тут было этих бедолаг. У медиков и шансов не было. Видели эти трупы, да? Разбавленные в дерьмо. О, Господи. Незаметно подобравшись к противнику, вы можете бесшумно скинуть. Скажите, включена. Выдержит ли ваш дом землетрясение? Если только живете не в Калифорнии. Правда в том, что вы ошибаетесь. За последние 3 года сибирская аэропортная зона всей территории Соединенных Штатов. Это подтвержденный факт. Попытка переподключения системы. Очистка запущена. Завершена. Состояние готовности. Магнитные замки открыты. Внимание! Начато отключение автоматической системы. Так, похоже, связь с костюмом прервалась. Все целиком отрубилось. Думаю, ничего непоправимого, но лучше тебе поторопиться сюда. Все идет наперекосяк. Боже мой, тут полно зараженных. А СЭЛ проводит зачистку. Еще и цепы эти вылезли. Слушай, не высовывайся на улице, держись под сетки, там безопаснее. Черт, я надеюсь, ты привел морпехов. Изменение.
максимум защиты. В режиме защиты внешняя поверхность нанокостюма перестраивается для поглощения поражающих факторов и защиты оператора в боевых условиях. Режим защиты расходует энергию костюма, повышает вероятность выживания при взрывах боеприпасов. Это Пророк! Взять его! Максимум защиты. В атаку! Thank you.
Возможно, туннель был не лучшей идеей. Прямо под тобой тепловых излучений масса. Будь там поосторожней. Черт! Отвали! Отвали от меня, урод! Там их гнездо! Уходи, пророк! Найди. Террористы, брат, это точно! Какие-то живите завтра. Поборили меня! Перехват сообщения. Говорит командующий Локхард. Внимание всему персоналу, сэр. Несмотря на многочисленные попытки медицинским путем предотвратить распад клеток у зараженных лиц, эффективного средства не обнаружено. Эвакуация отменяется. В действие вступает план уничтожения всех граждан города, заподозренных в переносе инфекции. Носитель нанокостюма, известный под кодовым именем Пророк, также является источником биологической опасности и должен быть уничтожен. Стрелять на поражение!